скачали под ногами асфальт. Держись, и летает голова то вверх, то вниз. Это вам не лезгинка, а твист. Вот и бьем мы зеркала с плеча. Вот и пьем мы вино, как чай, и летает голова то вверх, то вниз. Это вам не лезгинка, а твист. Приветствую вас, мои дорогие подписчики и тех, кто случайно нашел мое видео в YouTube. В этом видео я разберу для вас песню группы «Пикник». Это вам не лезгинка, а твист. Заказал мне ее мой дорогой подписчик Станислав из Москвы. Итак, давайте начнем. Начнем с боя. Вот такой вот бой. Ну, как здесь запомнить? Вниз, вверх, вниз, 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 вверх, вниз, вверх, вниз, 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 вверх. Начинаем ударом вниз, вниз, вверх, вниз, быстро. Вот, играем три раза. Вниз, вверх, вниз, 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 вверх. Точнее, вниз, вверх, вниз, вниз. Это первая часть. Вниз, вверх, вниз, вниз. Вниз, вверх, вниз, вниз. И вторая часть. Вниз, вверх, вниз, вверх, вниз, вниз. Вниз, вверх, вниз, 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 вверх, вниз, вверх, вниз. Вниз, вниз, вверх, вниз, вверх, вниз. Вниз, вниз, вверх, вниз, вверх, вниз. Вниз, вниз, вверх. Первая часть. Вниз, вверх, вниз, вниз. И вторая часть. Вниз, вверх, вниз, вверх, вниз. Вниз, вниз, вверх. Вот. Ну, я не люблю рисовать табы. Обычно предпочитаю, что... Значит, те, кто учат по моим роликам, они просто перематывают. Вот. Либо я много раз повторяю. Вниз, вверх, вниз, вниз. Первая часть. И вторая. Вниз, вверх, вниз, вверх, вниз. Вниз, вниз, вверх. Можно даже на три части разделить. Первая. Вниз, вверх, вниз, вниз. Вторая. Вниз, вверх, вниз, вверх, вниз. И третья. Вниз, вниз, вверх. И далее у нас все повторяется. Та-ра-там, там. Тара-тара-там, там, тара-тара-там, там, тара-тара-там, там, тара-тара-там, там, тара-тара-там, там, тара-там, там, тара-тара-там, там, тара-там, там, тара-тара-там, там, тара-тара-там, там, тара-тара-там, там, тара-тара-там. Вниз, вверх, вниз, 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 вверх, вниз, вверх, вниз. 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 Вниз, вниз, вверх. Вот. И мы просто в начале играем такое вступление, мы просто подпеваем. Это ЕМ, минор, 5-й, 4-й на 2-м. И вот таких боев, вот один это так. Вниз, вверх, вниз, 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 вверх, вниз, вверх, вниз, 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 вверх. Это вот один. А мы таких 4 сыграем. Раз. Два. Три. Четыре. Потом С. С будет один, С это до мажор, второй на первом, четвертый на втором, пятый на третьем.
потом будет Дера мажор, третья, первая на втором, вторая на третьем. Тоже один раз, С один раз и Д один раз. Вот ЕМ у нас был 4, С один раз, Д один раз, потом АМ. Вторая на первом, четвертая, третья на втором. Ля минор АМ один раз и H7. H7 тоже один раз. H7 это семиминорный септаккорд. Четвертый на первом, пятый, третий, первый на втором. Все. Итак, 4 раза ЕМ, 1 раз С, 1 раз Д и 1 раз H7. Все. И мы начинаем петь песню. Там идут куплеты, отдельно припева такого нет. Куплет по 4 строчки. Вот. И вот вся вот эта последовательность аккордов, она как раз умещается на 4 строчки. Итак, начинаем песню. Обещали, что не будет тоски, не жизнь. Если вам сложно весь рисунок играть, можете просто... Просто вниз-вверх-вниз, вниз-вверх-вниз-вверх-вниз, вниз. Вот так вот всю песню играть. Вниз-вверх-вниз, вниз-вниз-вверх-вниз-вверх-вниз. Обещали, что не будет тоски, не жизнь. Вот, это будет ЕМ. Дальше, вторая строчка тоже на ЕМе. Раскачали под ногами асфальт, держись. С. Третья строчка. И летает голова то вверх, то Д вниз. А М – это вам не лезгинка, а ты H7. Все, первый куплет готов. Дальше идет проигрыш. Там мы играем 4 раза ЕМ просто и все. Два. Три. Все начинается, второй куплет играется точно так же, ЕМ. Вот и бьем мы зеркала с плеча. Вот и пьем, вторая строчка, мы вино как чай. Это все ЕМ, дальше С. И летает голова то вверх, то Д вниз. А М это вам не лезгинка. И здесь мы переходим H7. H7 играем вниз-вверх-вниз, вниз-вниз-вверх, потом аккорд А. А это ля мажор. Четвертая, третья, вторая на первом. Тоже один раз вниз-вверх-вниз, вниз-вниз-вверх, потом G. Шестая, первая. На третьем, пятая на втором. Ну, а вы помните, четвертая, третья, вторая на втором. Потом G. Тоже вниз, вверх, вниз, 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 вверх. И потом опять H7. Вниз, вверх, вниз, 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 вверх. То есть, вот во втором четверостишии, то есть во втором куплете, мы играем не просто H7 в конце. А мы играем такое движение. Мы играем H7. А. G. H7. Это вам не лезгинка, а ты. То есть такой у нас переходик. Вниз, вверх, вниз, 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 вверх, вниз, вверх, вниз, 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 вверх, вниз, вверх, вниз, 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 вверх, вниз, вверх, вниз, 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 вверх. Вот такое вот, такая пульсация, да, да, там, 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 там. Ну вот, закончилось у нас два куплета. Они играются одинаково. ЕМ, С, Д, АМ, H7. Единственное, заканчиваем мы в конце второго куплета не на одном H7, а мы играем H7, А, G, H7,
И дальше там идет проигрыш. Я сделал небольшую аранжировочку. Он, кстати, очень удобно играется. Вот. Я ее, естественно, разберу в следующем видео. А на этом пока я закончу. Там еще есть что разобрать, разберу проигрыши, там будет еще модуляция, тоже покажу, как она играется. Вот. В этом ролике пока все. Большое спасибо за просмотр, мои дорогие подписчики. В следующем видео разберу проигрыш. Вот. Ну, а в этом видео просто пожелаю вам здоровья и благополучия. Ну и самое главное, тренируйтесь, у вас все получится.